заявилось более 100 участников. Новогодний турнир является неофициальным отбором на чемпионат Приморского края и первенство, которое будет проходить в городах Большой Камень и Лесозаводск. То есть ребята здесь, кто здесь выиграет первые, вторые места, все будут допущены на чемпионат и первенство Приморского края, уже который пройдет в следующем году. Тяжелый бой? Не особо. Не особо? Да. Вообще, вот задачу ставишь перед собой победить на этом турнире? Да, победить. Зачем? Почему? Хочу поехать на первенство Приморского края.